чувствовала отечность в ногах, заметила, что и вены начали расширяться. Обратилась в Скандинавский центр здоровья к флебологу Казанскому Максиму Юрьевичу. Доктор провел обследование, по результатам которого назначил операцию, мини-флебоктомию. Назначили день операции, все прошло быстро, безболезненно. В тот же день я вернулась к своим привычным делам. На повторном приеме врач подтвердил, что все прошло успешно. И я результатом тоже очень довольна. Вижу и эстетический эффект, вены прошли, и физически чувствую себя лучше.